Всем привет, ребятки. Я знаю, что мы с вами давно уже не виделись. И это первый пункт, по которому я записываю это видео. Я хотел перед вами извиниться, что я так давно пропал. Видео на канале не выходил уже несколько месяцев. И это моя вина. Просто конец года выдался довольно тяжелым. У меня довольно много работы. И я просто физически не успеваю записывать для вас контент. Делать все без какой-либо мотивации мне не хочется. Мне хочется делать нормальные ролики, не то, что я делал в самом начале моего этого пути, так скажем. И не хочется вас разочаровывать, поэтому я не хочу делать некачественный контент, и на качественное у меня времени, к сожалению, не хватает. Поэтому и стримов больше нет, потому что просто не хватает времени. Это не значит, что я забил и что этого больше никогда не будет. Я надеюсь, что в 2018 году моя ситуация с финансами, так скажем, разрешится в положительную сторону. У меня будет больше свободного времени, которое я смогу уделять вам. Будет больше стримов, больше видосов. И я рад, что вы все еще подписываетесь на мой канал, хотя контент нового не выпускается уже довольно давно. Хотел спасибо отдельное сказать Игорёше за то, что он продолжает меня рекламировать активно, хотя нового контента я, как говорится, не выпускаю. Второй пункт – это сегодня 31 декабря. Я хотел поздравить вас с наступающим Новым годом, 2018-м. Пожелать вам всего хорошего, доброго, смелого, чтобы для вас этот год был успешным, чтобы вы наметили себе большие цели, добились их, и все у вас было хорошо. Будьте счастливы. Спасибо, что вы со мной. Спасибо за поддержку, за комментарии. Я про вас помню всегда. И обещаю, что в 2018 году я сделаю для вас еще больше хороших видосов. С Новым годом! Всем пока!